Всем привет! Сегодня мы приготовим с вами жареную свинину с луком. Она получается очень сочная, мягкая, не твердая. Всем советую приготовить. Нам понадобится свинина 450 грамм, 1 лук, соль, перец и масло. У меня свежая вырезка. Мясо готовится не очень долго, так как оно свежее. Получается очень сочное и вкусное. Советую брать именно свинину для этого рецепта, так как говядину или другое мясо нужно готовить дольше, чем по моему рецепту. Мясо нарезаем достаточно крупными кубиками. Я удаляю от мяса весь жир и все пленки. Если вас устраивает и вы любите это кушать, вы можете это оставить. Лук нарезаем полукольцами. Мясо можно готовить на сковороде, но я буду готовить в казане, мне так удобнее. В казан отправляем мясо, минутку подождем, чтобы оно прогрелось, и перемешиваем. Мясо начинает отдавать свой сок. Опять перемешиваем так несколько раз. Когда мясо выдаст весь сок, оставляем его тушиться на среднем огне примерно 40 минут в собственном соку. У меня мясо свежее, поэтому дало много сока. Если вдруг у вас нет столько воды, вы можете добавить горячую воду и оставить тушиться под крышкой. Когда из мяса выпарится вся вода, как показано здесь на видео, добавляем подсолнечное масло и обжариваем мясо на сильном огне. Масло подсолнечное не жалеем, я добавила примерно 3 столовые ложки. Хорошо обжариваем до золотистого цвета, но не пересушите мясо, чтобы оно не получилось у вас горелым. На этом этапе добавляем соль, добавляем перец по вкусу, все тщательно перемешиваем. Когда мясо хорошо подзолотилось, мы добавляем к нему лук, который мы нарезали полукольцами, и обжариваем вместе до золотистого цвета лука. Лук жарится очень быстро, минута 3, и все готово. Вот такое вкусное блюдо у нас готово. Я подаю его с картофельным пюре, пожалуй, это самый вкусный вариант. Советую всем приготовить. Всем приятного аппетита, приятного приготовления.